пропустите с горной дороги. У нас всего лишь один соперник и 13 километров. Это довольно будет интересная гонка, уже спускаться с горки будем. А о чем я и говорил. Поднимались в горку, теперь будем спускаться с горки. Это довольно будет интересная гоночка. Даже не заметил, какой у нас соперник. А вот горного орва с правой стороны я заметил. И довольно хорошо порхает. И будет резкий поворот. Ну что, можно сделать игра как раз. Ух, получился неплохо дрифт. Ух, это что-то новенькое у нас. Походу, у нас лавина. Это довольно будет опасно. Прибавим скорости. Реально лавина, друзья. У нас просто полный экшен. 10 километров, и мы сделали уже игрокам. Он тоже торопится и тоже, видимо, чертовски боится. У нас какие-то тут безумные взрывы. Вдруг там будет снега и, походу, много камней. Ближе, ближе, в правую сторону нужно. Камни будут падать просто в левую сторону. А нам нужно гораздо ближе в правую. Резкий поворот, и мы, в принципе, справились. Походу, соперник прям на хвосте и прям в воздушном кармашке. Ох, камней сколько! Осталось 8 километров у нас, и походу соперник прямо позади меня. Я чувствую, как он едет. А нет, друзья, он маленько даже отстал. Хорошо, прибавим скорости. На прямом участке уже. Ох, он прям позади, прям в воздушном кармашке. Мы не даем, конечно, выйти. Осталось 7 километров, и реально все трясется. Ох, ближе в левую сторону. Какие-то взрывы еще впереди есть. Как даже маленько напряжен. Ох, мурашки поймают тело. Это просто обалдеть. 6 километров. Этого безумия. Ох, друзья, а он все-таки нас делает. Но это будет гораздо интереснее гонка. 85-й, ты далеко от меня не уедешь. Камни вижу, есть камни, входим в туннель. Входим в воздушный кармашек и делаем соперника. Будет резкий поворот направо. Ох, сейчас будет что-то. Но походу скоро погаснет свет. Соперник прям позади у нас. Ушел далеко, ровно 5 километров. И мы первый уже едем. А у нас все-таки погас. Ну что, выходим уже из туннеля, и в принципе все спокойно. Будет резко сразу направо. И соперник реально не отстает. 4 километра остается. Нужно держать нитро. Побольше нитро, чтобы потом, если что, прибавить скорости. И еще будет направо, прям на хвосте. Нужно, конечно, не давать ему вырваться. И, походу, лавина у нас закончилась. Хотя я только что об этом подумал. Неплохо промчались. Соперник прям позади. И остается всего лишь меньше 2 километров. Осталось ровно 2 километра, и мы уже практически у финиша. Сколько камней, сколько снега. Даже здоровые булыжники есть. И нужно, конечно, все это дело поворачиваться. У нас нитро наполнено, осталось всего лишь 1,5 километра, и соперник далеко позади. А вот камней довольно все больше и больше. Остался ровно километр. И у нас узкая дорога. Вижу финиш, друзья. Прибавим скорости, не знаю, будет булыжники, либо не будет. И, походу, прям на лавину. Мы спустились с гор, друзья. У нас снова гонка, у нас 9 позиций. У нас 6 позиций и 9 километров. Ох, как промчались-то. Хороший был поворотик. И можно здесь, походу, сократить даже. Здесь же есть бензоколонка, и нужно поменять машинку. Давно уже пора поменять машинку. Позицию мы не взяли, а машинку поменяем. И посмотрим, друзья, что возьмем сегодня. У нас есть Nissan GT-R, и кажется, я хотел его взять как раз. Их новых машинок у нас нету. Да, у нас получается Porsche. Хорошо, берем уже Nissan GT-R. У нас есть комплектующий правый контур. Да, спасибо, что пишешь в комментариях. И можно даже что-то подобрать. Гоночный набор у нас получается серийный. Ну, давайте посмотрим гоночный наборчик. И цвет у нас получается. Ну, пускай будет даже Nissan GT-R, даже не знаю какого цвета. Давайте оранжевого. Ух ты, пока какой красавец. Ну что, друзья, прокатимся уже. Nissan GT-R. 6 позиций и 8 километров. Ух, какой звук у машины. Обалдеть.
Хорошо, прокатимся уже, посмотрим, как он в управлении. И нужно, конечно, догонять ребятишек уже. Мы уже в пригороде. Вижу красивые горы, и Чикаго уже чертовски скоро. Хорошо, уже набираем побольше нитро, и нужно прибавить скорости уже где-нибудь тут уже. Ну, довольно неплохо, 270 разгоняется. Вижу три позиции. Прямо передо мной три позиции, и ребята как-то даже маленько борются. Минус две позиции, это, конечно, хорошо. У нас осталось 6 километров и всего 4 соперника. Входим в воздушный кармашек, и нужно... Ух, как успел вернуться. Поближе к сопернику. Прям по встречке. Большой трафик у нас. Будет резкий поворот. Ух, как подрезали-то. Это было довольно жестко. Минус 3 позиции позади. И осталось всего 4 соперника. А вот тут, походу, ребята просто врезались. Осталось ровно 5 километров и 2 соперника. Как же быстро их делаем. Прям позади меня. Нужно, конечно, сталкивать ее прям навстречку. Не получилось. Осталось 3 позиции. У нас 4 километра. Слишком много машин и слишком большой трафик, я скажу вам, друзья. А вот тут можно попробовать делать сразу всех троих. Прибавим нитро. Ну, в принципе, Nissan Skyline неплохо показывает. Ух, машины просто в разные стороны. И уже делаем первую позицию. Чистый обгончик получается. Мы на первой позиции. Осталось 3 километра. И будет довольно резкий поворот налево. Дрифтом, конечно, я не рискую. Потому что я еще не знаю, как у нас будет Nissan с дрифтом использоваться. Осталось 2,5 километра. И мы на первой позиции. А машин довольно много будет. Осталось ровно 2 километра. Мы на первой позиции и соперников даже не вижу. Хорошо, будем уже между машинами маневрировать и, конечно, прибавим, наверное, нитро с помощью этого. Так, и, походу, резкий поворот направо и круговая даже. Ребята позади, осталось всего лишь 1,5 километра. И довольно найс идет. Легкий снежок нам не помеха. Ровно километр остается. Пройдем рядом с машинками и прибавим нитро. Ну, друзья, 80 метров, спокойно доезжаем до финиша. 500 метров остается. Осталось 300 метров, и уже вижу финиш. А вот в конце можно прибавить.